Если в вашем автомобиле есть вот такое устройство на спинке сиденья, то специально для вас мы разработали вот такой шикарнейший монитор для задних пассажиров, который вы по-любому купите у нас и сможете самостоятельно установить всего за несколько секунд. Делаем раз, открываем отверстие, делаем два, подключаем питание, делаем три, вставляем кронштейн до щелчка, делаем четыре, включаем питание. При этом мы можем менять угол обзора и с такой же легкостью отсоединить монитор и переставить его в другой автомобиль. Фишка этого решения в оригинальном кронштейне, при этом монитор может быть абсолютно разный по дизайну и размерам.